Рома, заходи, будем шмотки вешать, там те, что-то нам нужно было. Вначале я разъебаю шмотки. Смотрю, типетов своих в NFT поставьте, чтобы они оно бы не запулили. Бля, задолбали, если честно, ливать рейда. Вам отдельно не числять в этом. Сейчас. Плащ выпал какой-то, или тебе не тот плащ нужен? Окей, я просто... Я не следил, если честно, я просто... Ну ладно, тогда и пошел. Войд, ты на минусах будет. Так, поехали. Поехали, я еще замены сделаю. 10 ЕП, башмаки, Сатсуны и Мейлик. У меня Скар 60-е. Все, Мейлик 10 раз, 2, 3, кидай мне, 1. Нормально. Так, дальше. Патч. Дексион, вроде тебе Войд, окей. Войд 10 раз. 10, 2. 10, 3. Кидай мне. Поставлю на себя квадратик. Смотрите, босса не запульте. Сразу все ИП минус, но если кто-то запульт. И кикну. Джанк на нубу просится. Сейчас еще возьмем. Я возьму состав самый сильный. Как бы. Дальше, кольчужная, 10 НП. Так это кольчуга, Саня. Ну, так с них кристалл пропасти мне на крафт масло. Кристалл пропасти пойдет на этот. А, на масло, ну забирай тогда, ладно тебе. За 10 ЕП я готов весь шмот ненужного купить. Не, без ЕП. Ну да, ладно, так распылим, потом я масло в ГБ сделаю. Ага, окей, окей. Так. Дальше, грудь. Тоже 10 ЕП кому-то надо. Вчера у тебя отнялось, во-первых. Я вечером снял 7. А сегодня добавилось плюс 500. И вот как раз сходится. Так что, так, жилет тоже никому не нужен. Ваня, арбалет 10 ИП надо. Десять процентов раз в неделю, да. Ваня, который Райлас. Да ну нахер, что не надо? У него арбалет? Столгорода. А, ну да, тогда. На комбо-то надо этот с дыркой, мистер Бонд. Прикольно. Никому ну, надо. К сожалению, Петя же никак. Я с радостью. Да, да, за 10 ИП. Ну, я просто спрашивал, какие-то смотки нужны, то никто не говорил. Пахлаван 10 ИП, не 100. 10 раз, 10, 2, 10. 10-3. Не, в локате на офспек. Он ред. Кидай Паша под ним. Арбалет тебе ППХ нужен за 10. Десятка ППХ раз. Десятка 2. Десятка 3. Кидай ППХ. Дальше. Биба. Биба. Кому не нужна? Ваня. Райл. Райлос, по-моему, Райлос.
Трансмут. Если не надо, давай. 10 раз, 10, 2, 10, 3, кидай обмен Вибу. Сань, ты лучше реально на трансмут, как хочешь. Хотел, но ладно, пускай по мейну берем. Дальше. Ботинки. Тоже десятка. Ваня. Папа Хапа. Ну, давайте и пешься. Кидай обмен Папа Хапа. Санек. Блин, ну стой, стой. Раньше тогда, когда мы 10. Ну, не пешься больше. 15, нет, это не так работает. Следующая уже 100. Дальше уже 150. Нет, пошли, да, как обычно. Еще полтинник, потом посадки. Ну, скажем так, Вару это тоже хорошие очень сапоги, поэтому я с тобой не согласен. Давай, 300 по похапам, 400 когда... 500 по похапам. Увеличивайте ставки по 100 сейчас, по 200 ставьте, быстрее будет. Давайте по 200 следующий ставку. Ну конечно, давайте быстрее, оп, ускоряемся, 200 следующий. Ну все, по ПХ по 700 кидай мне. Дальше щит. Щит Хапалы тоже могут за 10 по ИП. Ну там если шаманом надо, или вот элемом, я не буду ролить. Второй сот. Следующая ставка 100. Теперь по плюс 50. Давайте только быстрее, плиз. Ну, в наше время идет. Все, гламур раз, гламур два, гламур три, кидай мне. Квадратом. Ну, я, честно, не понимаю, зачем ты этот щит пошел. Ты же сказал, ты 245-й апнешь, что у города там ступи лучше. Ладно. Ну, отдай ему тогда за 10. Если ему надо, вот. Да мне пофиг, ты же за ИП-шел. В том-то и дело, мне пофиг. Ты за ИП-шел выбирай, потому что я не понимаю, зачем. Этот, хилы, только хилы. Плюс Сасуна и Майлик по 10 ИП. Нет, только хилы, я сказал. Майлик 100, значит. 50 Сасуна. Саня, раз. Саня 2, Саня 3. Всех дедехников должна быть островная шея. Мини-дот, как говорится. Ура, да, шестую поменяли. У меня тоже такая. Так, хорошо. Теперь, Петь, ты тут? Да не лучше. Ну, если он здесь... Значит, он здесь. Да, я не сказал, что он, походу, здесь. Не сказал, что... Женю еще позовите или перекиньте, пожалуйста. Так, теперь мне нужны некоторые люди, которые меньше дамажат, которые ничего не нужно с этого босса. Нет, тебе же нужны Т9, да? Т258 от сила. Так по 10 ИП. Так он в Т10. Нужны или нет? Пиши, да, нет, быстрее. Другой билд, значит, иди на замену. Дексиона в рейд. Тогда... Дексиона в рейд. Из Морски что-то надо с боссом? А, не, БР ставим. Да, ты, Вадим, хил будет хилом. В
7 хилов пойдем, получается. А? О чем я поделюсь тоже? Надо идти. Да-да-да, ну 50 из 50. Сейчас ВКшка заканчивается. Нет, просто мне подняли в рейд обратно, все, я смотрю, я возьму пати. Вот сюда нужно отлететь. Сейчас перекинут. Ой, блин, я думал, я досмотрю серию. А чё? Друидов сову и третьего вершама к нам. Только мест нету. Чё, ребят, эти дела лагало, всё там у меня. Давайте уберем тех, кто здесь ни разу не был. Ваня, заходи. Наёми, Войт, какие шмотки нужны с этой сети в Баклбосс? Я не нужен. Ваня АФК. Ваня АФК. Ваня уже в дичи. Я его перекинул сюда. Он в АФК сидел. Наёми, Войт, оружие. Какое? Кидай, и будем ебашить это оружие. Скидывай его. Хотим просто 50 на 50 закрыть. Дробяшка там. Там. Дробяшка, наверное. Папа-хапа, какие шмотки нужны с этого босса? Никаких, хорошо. Петя, давай, ты как дамагер пойдешь, наверное. Тогда. Или пока как Ваня пока нет, поэтому тут танк. Буревестник, Полинор, какие шмотки нужны с этого босса? Женя посильнее будет, вас выбить обоих. Ну, давай. Так, скидывайте в рейд. На 2 минуты. Окей, Женя в рейд тогда тоже. Дальше. Войт, какая тебе шмотка нужна с этого босса? Я бы просто тоже еще взял бы дамагера, которого больше дамаг. Ваш? 50 из 50, Паш. Да, к тебе какие шмотки нужны с босса тогда? Если платишь, то там Войт его забирает, скорее всего. Плащ, власть, пуха. Тебе до хера шмоток. Мистер Бон, что-то надо с этого босса? Да, это единственный. Он напущен. Он... Ненавижу. Надо. Ладно, давай тебя оставим, мистер Бон. Краш-тест. Какие шмотки нужны с боссом? У тебя БР есть. Боты, зачем тебе боты эти с меткостью и скоростью? Налока. Но они говнячие. О, все, иди на замену туда. Эти боты говно налока. Хоп, техничный его такой отсеял. Ну, потому что надо девать всех сразу, кого надо. Так. Я бы еще, конечно, снурки взял бы, она тоже дамажит очень хорошо. Ладно. Пахлаван в ретрика. Поля в танка. Теперь поставьте ГБ, Санечка, возьми проты тоже. И пораздавайте с Войдом первой пятой пати. Кто-то еще хочет один на замену? Да, я бы сходил. Бля, Санька, ну сейчас вообще не вариант тебя отправлять. Да, после ВК магик будет. Ладно, пойдем такой пачкой. Мне плащик нужен со ста. Пойдем на такой. ДЦшника. Так, Ваня, тебя не было здесь. То ли в ноу. Женя?
Мне тикнуло почему-то. Я не знаю. Давай еще раз пати. Давай, давай, Женька. Кидайте за сопротами все обменчик. Я помню, я не принял. Так, я блокер, да? Вани нету, печь. Ну, так, давай, его надо поднять. Последний раз. Да. Кто последний? Ну, первый раз 50-50 в пике. Да. Значимый момент для гильдии, я считаю. Ну, начало. Очень. Короче. Я готов смотреть. Короче. У нас уже один раз такого. Из Морского тоже смотрите. Попроты обязательно все возьмите. Ваня, смотри, Рай, у вас все остальные были здесь уже. Мы бьем тупо босса всегда. Тупо босса. По трэшу не играешь. Дальше босс зарывается. Сферки ни в коем случае не разбивает. Босс зарывается. Все выбегают в центр. Все выбегают в центр. Бьешь, пока вы... И когда босс зарывается, нельзя ни в коем случае отдавать снаповы. Никого не отдаваешь. Не даешь снаповы. Босс зарывается. Мы выбегаем в центр. Цель какая-то выберется. Цель, которая выбралась, бежит в ромб. Там будет разбита сферка. Первый побежит в ромб, Мейлик закидывать бок. Вон, становишься перед сферкой, не заходишь на нее, становишься на нее. Ждешь, пока закинут боб. Закинули боб, 2 секунды до окончания боба, забегаешь на сферку. Забегаешь на сферку, разбиваешь ее. Если тебя не выбрало, бежишь к кресту, вот так вот, смотри. Вот сюда становишься и бьешь ауешкой трэш. На пулы не отдаешь. Этот. Потом босс выбирает вторую цель. Вторая цель разбивает сферку в квадрате. То же самое, в квадрате будет разбита лужа. Тоже становишься перед лужей, 2 секунды ждешь. Окончание боба, забегаешь на лужу. Крест, запомни, никогда не разбивается. Если же по какой-то причине выбрала целью Петю, Андрей Троянский, ты знаешь, что делать? Все сразу же сферки выбежали мгновенно. Убежали. Как только разбилась сферка, Петя прошел, Андрей сразу гринит сферку, разобьет ее там. Поэтому следите, сразу не спешите забегать туда на крест. Потом Ануб вырывается, то же самое, так же его бьем. Далее, у Ануба, Ваня, 30% здоровья, начинается вторая фаза. Твоя задача будет помогать напуливать больших мобов в пике. Ты будешь не босса бить, а напуливать больших мобов в пике. Ренессанс будет напуливать справа, Кадама слева. Блять, ну я бы шнурки взял бы. Есть еще кто реально, кто на замену? Сейчас реально значимое такое событие закрыть можем 50 из 50. И хантов, пожалуйста, в одну пати можешь? Да, там сейчас сделаем. Вон я их танком кину. И тебя к ним. А, тебя это не ты не вводишь. Капец, они у меня по всему хилботу в разных местах. Почему-то. Ну они в четвертой пати. Делай лагал, Саш. И тогда хочешь. А зачем хилить их? Так. Нет. Далее. Стой. Будет на. И ты кидаешь хантов в четвертую пати. Если он кинет молитву исцеления на пати, то он на меня щит повешится. Ну давай во вторую их закину, тогда пати. Так я там же их хилю-то этими связующим на второй фазе. Ну кто тебя знает? Я тебя кинул вместе к этим к хантам. Ты во второй пати вместе с хантами. И во-вторых, я бью в 3 куска. Так, ладно, давай. Все сопроты пейте, ставлю рыбу. Хпал какой на мне? Мейлик. Сосуна. Мейлик? Окей, Мейлик. О, так ништяк. Ханты все прям по полочкам. Сопроты Кадама, Троянский, он Изморский, Райлас, Топ Хайп, Вакати, Мавар, Войт, Найоми. Я выпью обесы. Я перед фазой. Хорошо, да. Смотри, главное не обосрись. Мне типа пофиг, выпьешь ты сейчас и потом, главное не обосрись. И выпей. СС
Дексиона отдаст на Ренессанса, Джанк на Райласа, Будрейвен на Кадаму. Все, кушайте все рыбу. Припоты на первой секунде. Смотрите, босса не спульте. Коля самого запулит на первой секунде. Троянский, ты знаешь, что сделать. Гриппович, идешь сферу. А, также, ребята, всегда приоритетом мелкий трэш, когда нуб взрывается. Все играем в кресте, мелкий трэш приоритетом. РДДшники, смотрите, что же не стакайте много. Забегайте на ужу. И стакать не будете. Так, готовность. Это готово. Придур, на Малика на третьей фазе кинешь шары, будешь поддерживать. Бурсты по КД отдаете. Таня, скажу, когда поездку закинуть. А я его в око закидал. Ну, закинул, так закинул. Ну, было сразу куда. Да, похер. Не столь важно. Следующий теда. Когда он выйдет за закопу. Ладно, все. Когда ма или Ренессанс анончит Жуков? Жуки 20 секунд. Кто меня не показывает, ревок не сделал. И зарывание кто-нибудь тоже заанончит. 37 секунд. Жуки, готовимся. Первый боб Майлик. Да, первый боб Майлик, второй отдаст Пахлаван, третий Сацуна, четвертый Вакати. Майлик, Пахлаван, Сацуна, Вакати. Взрывание 10 секунд. 5. Ребят, что, пожалуйста, статов много не агрить. Не играть. Выдвигайте всех в центр. Хики, выбежали все от песни. Падла. Убегите, отбегите все от этой лужи. Он сейчас отойдет и потом крипнет сферу. Полинор побежал. Смотрите, под шипы не лезьте. Все, играем по мелкий трэш приоритетом. Небольшой, мелкий. Отойдите, шип. Ну куда ты? Куда? Ну куда он взорвал? Я ж смотрю, ты не даешь бог. Я сейчас блядь. Тихо, тихо. Войд побежал. Не паникуйте. Есть время еще. Будет бог знать на человека без этого, без сферки. Отдайте войду, Гором. Все, сейчас третий человек, который выбегает, ему закинете бог просто, и все. Не нужно, 5 секунд. Ну и все. Мелкий трэш добейте, Полинор выбежал. Мелкий трэш добейте, очень много мелкого трэша. Готовимся напуливать джеков. Добили все мелкие трэш, а уездка вначале, в одну бой пока не играем. Саня, нажми массакру. Будьте аккуратнее с АУЕ. Да, смотрите, более одного жука последнего добейте. Вадим, продли массакру. Прохиливайте. Так, БР, Майлика, Изморский. И второй мистер Бонда, он Маша. Иннер сразу по моей липу. Жуки 10 секунд. Так, Влад, топ хайп. Тебя разбить, сверху пойти. Я мертвый. Влад, топ хайп, себя под когда закопается, ну, побежать разбить в рамбе сферку через блинки. Какую задание. Ребафните Рогу и ребафните Майлика. Все ребафы дали. Блять, почему так, блять? Только идем 50 на 50, танк выбирается. Только иди разбивай, Влад, беги, беги уже. Вдали сверху разбивает. На сферу никто не сбегает. Еще раз печь можно выбрать. Троянский побежал. Все, мелкий трэш приоритетом. Райлос, что ты где бегаешь там? Я тебе куда сказал бежать? К кресту. Все, играй по мелкому трэшу. Тут сфера забагалась. Сфера забагалась. Просто перед ней станете. Все, она упала нормально.
Мейлик побежал, следующий закидывает, по-моему, Вакати. Мелкий трэш, главное убейте, мелкий приоритетом. Стаков сейчас много не набирайте ни в коем случае. Будрейвен, просто убегай. Он у Маша, прыгай, прыгнешь потом в кота под конец, когда он к себе подбежит. На колени не нажимай ускорение. Все. Добили мелкий трэш. Жуки. Ваня, вот сейчас. Ваня, вот сейчас будет, когда третья фаза, будешь помогать напуливать. Добили мелкий трэш, еще 4 жука живых, быстрее. На хантах. Блять, мелкий трэш живой, варов. Все, бейте. Ануба все под жопу подошли к Анубу, кроме ханто. Махинту, пожалуйста. Шаки 19. Топ-хай. Давай. Все, вы прохиливаете меня к Адаму, потому что я далеко сейчас буду выходить, чтобы напуливать жуков. Уже далеко. Так, мы сейчас просто поменяем. Коля, двигайся вправо от тебя по стенке, еще ближе к Пете. Еще двигайся. Еще, еще беги, еще. К кресту примерно, параллельно кресту стань. Нормально, молодец. Так, хорошо. Коля, ты первый, да, фейсбаунд. Когда скажу? Ну, переводите босса, надо переводить. Прохил. Корявая лужа, шо пиздец, приходится жопой их ловить. Я возложение отдал. Блять, кто-то красив просто. Ебать! У меня есть боб, если что. Луж нету. Да похуй. Да? Убегай, гламур. Ему боб, он сдохнет этот, и под самый конец боб закинешь, он сдохнет, встанет потом. Встанет под конец. Разобьете эту лужу, если что. Ебать, блять, эти тайны где сместились, ебаный рот. Да по пизде пошло все. Сейчас, Петя, отбегали все, отбежали от этой уже все, быстро. Ну пиздец, ну. Бета-тестер тоже убежал. По идее должен откатиться боб у другого человека, у Вакати. Или кто там закинул следующий. У меня 15 секунд. Он встанет через ВСС. Гимн воин на ману запустил. 5 секунд. Он забагался, блядь. Есть, закинь. Шевы дай. Ай, дай бог, пиздец. Да не. Ну это пиздец. Копались вовремя. Это пиздец, то ли они подкрутили что-то, потому что каждый раз теперь меня первым в таргет берет. Заметил это? Да. Дело не в этом. Дело в том, что у меня таймингов не было до зарывания. Чего никто не сказал, что он сейчас зарывается? А там память, походу, сбилась, потому что у меня лично он еще через 5 секунд ДБМ показывал, а он уже зарылся. В принципе, ДБМ мы успевали, но он зарылся раньше. Ладно, все похоже. Берите тех, кому нужно там что-то проходить. Не-не-не, да все, так и пойдем. Сейчас, всех вас приду. У нас ДПСа нету. Да люди много кто не дает. Главное, люди просто расслабились все и, блядь, на пофигизме. Сейчас я ревогнусь, потому что у меня не показывает ни хера. Ах, блядь. Что это говно? Вот почему, блядь, когда идем постоянно 50-50, уже второй раз такая... Все, давай, бери шнурки вместо кого-то, там, блядь, ДПС вырос сейчас. Пойдем так. Нормально там ДПС был у нас. Просто два раза печь выбил.
Печально, конечно. Да, он не показывал ДБМ, сколько до зарывания, я поэтому не знал вообще никто это не там. Грейвен, если есть возможность, прыгни в этого демона. Ты когда в демоне, он миллион урона даешь. Но с урон общий выпадет. Так, рыбу. Все то же самое. Дайте по мне ребаф, каску, там все дела. Я только прибежал. Я без масок сегодня бил. Да. Откройте масло на матке. Че, Сантье, поиск? Да, да, я скажу, да. Поиск профит на мне точно будет. Блядь, где камера ебаная? Тихо, не слетело. Стоп. Тут уже не нужна информация дальше. Закидывай, Саш, просто. Сами тебе показывают взрывание? Да. Помощник через 22. Взрывание через 43. Помощники через 7 секунд. Что, прыгаешь, что ли, господи, я не понял? Угу. Взрывание через 6 секунд. Первый мой лик. Да, первый мой лик, второй похован, топ-хайп побежал. Все РДшники, перебегите через лужу, чтобы вы стояли ближе к стенке. Чтоб трэш шел через лужу на нас. Из-за лужи встаньте. Дексиона. Ты же можешь стать ближе к кресту, и он будет бежать через эту лужу. На Йоме следующий боб, готовьте. Метку поставил на себя квадрат, закон. Квадрату рейд смыслите. Но по трэшу играть мелко. Топ-хайп побежал. Влад, смотри, не через рейд только. Под конец, самый, под самый конец можешь глыбу нажимать, если не вырвешь. На секунду. Мелкий трэш добейся, там идут еще два жука, грипните их быка троянский. Одного. На ком сидит второй, подбегите под босса, чтобы его милики заклеивали. Из кастера. Добили мелкий трэш. Мелкий трэш всегда приоритетом, не ну. Сань, поиск. Куда поиск? Я знаю, сейчас я свою отдал. Не работает. Еще 3 секунды, Сад. Хорошо. Закидывай.
помощники выстрелят и готовились напуливать ханты. Разрывание будет. Центр также выдвигаем. Выбежали в центр, я разобью вас. На полу не даете. Полинор побежал с отцом на месте с ним. Эрдерши теперь бежали в сторону креста. Чтобы трэш бежал через лужу. Я завис. Игра отлично, возможно. Отлично. Мозморскому Фрида, Мозморский джанг. Ваня, ты будешь справа, значит, мобов больших напуливать. Панахити, если что, их напуливает. Тебя предупреждают, когда мобы выходят, напуливаешь хити. Перебежали за квадратом, он убежал. Походу, Равас напуливай справа. Я вылетел, походу. На 5 секунд надо понять. Беги из морский марк ТБР давай. Мелкий трэш добили. Нормально все. Есть ПСК. Кто закорневал мелкого моба? Там еще один мелкий моб стоит. Его тоже нужно. Бля, что такое грибну? Грибните кто-то за мной. Один ДКшник ты. А, понял. Мелкого моба добили все, которые сзади. Юра, ты не отвис? Сань, Юра, поискайся. Знаю. Закинь. Я вылетел, я вот вход в игровой мир не могу зайти даже. Все, Райлас, ты напуливаешь мобов справа сейчас. Всех. 5 секунд. Подошли к боссу все. Успеваем перевести. Коля, приготовься, айс баунд отдала. Райлас, на третьей фазе нажми дух тихой природы себе, бо ты будешь далеко отбегать, не достает до тотема. Давай, Коля, хорошо. На пул моба, справа. Райласа прохильте, он с перкой второго, Ваня. Зафиряй в акате, под боссом. Моб. Давай, Майлик, массакру. Войд, жми гим на хп. Саня, готовься, массакру отдавай. Ваня, ты босса почти не бьешь, ты напулил их именно мобов. Саня, отдавай массакру. Моба смотрите, зафиряйте. Сейчас я держу его. Угу, окей. Саня, если есть ПСК, отдавай. Я тебя тоже отдал. Угу. Перед Герой было. Заранее. Моб. Хорошо. Ясно. Наёми, жми гим на хп. Мастера урнолёт свободный, если есть. Смотрите, хити не потеряете. Изморский иннер по Полинору. Сань, ПСК. Защит на бой. Закинь тебе за кем. Минус отхил на босса, повесь всех. Либо килим дохуя, либо ничего не дамажим. Гимна дал, мана кончилась. Давай. Пока что хилим. Один и готов тебе бабы. Если что. Полинору, Маша и Нерзлей. Войд гимн мана. Встали хилы. Добейте просто. Масса БР по Сасуне. Добивайте, не хильте босса. Вообще никого. Добейте просто. Хорошо. У меня показывает, что 4 груди выпало. Это разное. Да, 4, потому что мы закрыли 45 попыток. Ну, то есть, когда больше 45 попыток. О, дробяшка. Поднимите меня, главное. Ноги на ханта тупой. Или на НХ.
Давайте... На X5, короче, бриллианты будут за эти очки БГ продаваться. Да ладно. Да, 10 тысяч очков за один брилль. Бля, это мало. Если это не вброс. А, хотя нет, подожди, это мало. Это даже нормально, типа, ну как? Так, дёшево. Этот, давайте на магика лечите. Кому ничего не надо. Ребят, очень скажу, нужна мишка кому-то кастерская? Да, там вот сегодня хотел. А, ну я тогда полетел. А Войда с нами не было, да? Был. На Йоми хотела. Так это, мобы прыгнули или не прыгнули? Прыгнули. Никого не убили или кого-то убили? Всех хилов поселили. Нет, только один мог прыгнул и всех убил. Это вот сейчас был, да, который победный трек? Да. Хуй знает, чего не прыгнули. Ну там же один Фири бегал. Возможно, Фири закончился. Не-не-не-не-не-не-не, в самом начале. Я про самое начало. Второе прожатие, по-моему, стану. То есть минуту. Короче, у них прокси поломался, блядь, и я через VPN зашел. Этот, там выпало, кстати, его ноги, штаны, ноги выпали. Штаны на ханта, да. Заходи, поэтому тебе же не нужен. Помню, так, а я не возьму их, если я не бил босса. Или через форум возьмешь, создашь схему на форуме, ты ездишь в этом. Еще брули не будут 60 статов давать вначале, сначала 40 будет, а потом, когда контент будет открываться, больше не статов будут давать. Так, ладно, давайте... Сейчас, потому что у меня не так много времени осталось, нужно еще магику успеть закрыть. Токен. Блядь. Заебался я. Сейчас. Токен. 10 ебэ. На мейн. Маша раз, Маша два, Маша три, кидай мне. Маша то забрала за 1000. Так мы еще этот не идем. Я ж позову Ром. Этот. 10 типа этого. Полинор 1. Полинор 2. Полинор 3. Следующая тоже 10. Женя раз, Женя два, Женя три, кидай мне. Окей, потом начнем. Сейчас кого-то учтим. Да они больше никому и не нужны вроде. Брюки. Десятка тоже. Локи какие-нибудь. Блять, вот это говно на мага. Ну, только на файера. А на файера это 10 берется. Мне стыдно с такими арканами ходить. Ну ладно, 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кидай обмен. Ну, я бы даже не тратил бы. Тебе нужно сердоли вставлять и тратить в эти штаны сердоли, если на аркана. Ну, такое себе. Следующая марка, десятка тоже. 10 раз, 10, 2, 10, 3, не кидай обмен. Нет, ты смотри сам, Влад, мне типа похер. Твое дело, но я б не брал бы даже. Пушка, десятка. Давай бета-тестер, твое. 10 раз, 10, 2, 10, 3, кидай обмен. Кстати, мы в ГМ идем? Магик точно идем. Второй, не знаю. Бета-тестер раз, бета-тестер два, бета-тестер три, кидай мне. Юра, суммонитель мне нужно попробовать Юрия отдать.
Так, Юра, и пэш ноги. Сейчас у меня VPN чуть подглючивать. Сейчас, секунду. Юр, у тебя же есть такие, не? Что? Ноги, которые на РПБ, Сануба. Ну? Нету? Нет у меня их. Ладно. Короче, за тебя ставлю 10 Ренессанс 1, 10 Ренессанс 2, 10 Ренессанс 3, окей. Все это весь вот смонич. Я попробую тебе дать, если не отдастся, пиши и форум скрин делай. Там СПДшные не было, разве палки? Я все, наверное, отдал. Или что-то еще было? Конечно. А, есть, сорян. Да-да-да, ты еще извини, не заметил. Не хотел ничего забирать. На Йоми 10. Раз. Мы... Ну, дустылого пошло, короче. Ну, давайте дальше. Я ни на что не намекаю, но травма, как бы, целком будем закрывать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, ничего не тихо. Правильно он делает. Тихо-тихо-тихо. На крайний случай дух крит, можно взять палку. Хаста соберется в дерево. Все, снимай минус 500 на яме. Скар из выбьешь. Да, кара, похер. Сейчас целка все деваться будет. Но за тюниками надо. Все, сомните меня в груль магик. И пойдем. Так, Ваня, ты сейчас груль магик пока точно не идешь. Хочу быстрее закрыть магик, мне надо закрыть быстрее. Все равно ссылка не попадет пока. Так. Попахапа в рейд. Потанчишь, пойдешь. Романыч, место заходи, место из Морского. Сейчас, ВПшка. Юра, попробуй обмен кинуть. Попробуйте ноги отдать. Ты думаешь, БР лучше отдать? Ну, типа, это... Друг. Ну, бля, я думаю, но пока так. Шмоните-то. Так, Женя, надо что-то с босса? Тут буревестнику надо проходку просто сделать. Да, мне печенька нужна. Вест. Полинор. Да-да. О, отдаются. Надо что-то с боссом. Магика? Да. Сейчас. Ну вот это триня с него что падает, она нормальная или нет? Да, мне нормально. Не надо ничего. На шамана нормально. Блин, Петь, ни одного вара не будет, мы просто охереем быстро. Ну, либо тебя, либо шнурки надо. Я вар обычно крыш не бьет. Я могу уйти, мне ничего не надо. Если кому-то там надо уступить. Маш, ой, Галя, заходи в рейд тоже. Давай. Давай, Ренессанс. Ты лагаешь, не отдыхай. Ладно, Кадама, ты иди тоже на замену, Райлос в рейд. Краштес, кто-то надо с босса? Печенька. Так, сколько у тебя там через ИП? Через 2 минуты. Ну, сейчас посмотрим, сколько у тебя ИП. Жезл ты точно не доберешь, я думаю, но вот печенье... Саш, через 2 минуты, хорошо? Да, хорошо. Не 8900, а не, может и заберет. Ну давай выпал жезл. Жезл выпал, не пешим жезл. 9000 жителей. Раз. Точно. 9-2. 9-3. Наеме, что надо с босса?
Там, наверное, ничего сейчас уже. Это на замену дрипси место на Йоми. Кастес. В свое время повезло. Печеньку ЕПС, печенька выпала. ЕПСчик сильно. Мавар 7. Пахлаван 8. Рештест 8. Пахлаван. Я через прокси зашел, у меня уже не глючит, если надо, буду говорить. Пахлаван 9 раз, Женя перебиваю, а у Жени нету перебить. 9, 2, 9, 3, Жень, давай на замену. Боевой вечник, ты на проход, который он взялся. Погоди, ну у меня тоже 9 тысяч. Погоди, ты не на замену. Да, потом на мая этого, на гулявой возьмешь там. Да все равно не заберешь, да, с гуля в следующий что заберешь. Это давай, побежали. Сумоньте, ставьте шкаф, сумоньте первых 5 пати. А мне повезло, я жезл за 3 тысячи все забирал. Так не факт, что Липси еще его заберет, я еще подумаю, тратить на его ИП или нет. Посмотрю, скажем так. Саш, ну я вспомнил, там жезл мне нужен. Сколько ИП? 10 600. 10. Короче, больше 9 ставишь? Наверное, нет. Ну все. Ну все тогда. Сумоньте всех. Давайте. Быстрее, ребятки. Саня, ты в этого в Ретрика Сацуна или Майлик? Кто-то из вас хочет в Ретрика? Кто побить хочет? Я в Хапале. Давай, Вадим, ты бить тогда. Саня, я на минутку отбегу. Да, давай. Пошли трэш уже. Идите, бейте, несколько человек останьтесь досуманивать. Полинор, ты остаешься в рейде, если что. Принимай. Сацуна, бета-тестер, Войда, Сун. Троянского. Нет, ты Маша в этом. Ну ты поняла, короче. В Вардушке.